приезжает делегация с Кемерово. Вот, передача называется «Консультация Навуда». Приезжает она второй раз. Несколько лет назад они сняли великолепный фильм про меня. Даже не один, а пять или шесть. Вот, и мы стояли там возле неукрывных персиков с прекрасным урожаем. И я столько много наговорил. Вот. Но опять узкий круг, опять местечковая наука, любительская, за пределы Сибири не вышла. Вот. Она постепенно выходит, но окольными путями. Вот. Показываю дальше. Это то, что, чем я угощал, а потом, когда закончилось это все, я сказал, ну-ка все это убрать и набрать еще в 10 раз больше самим. Итак, приезжает к нам съемочная группа. Вы видите, на мой взгляд, самого блестящего ведущего в российском телевидении, если брать в целом по стране. Вот. Фамилия Кундасев, зовут его Владислав. И все они, у них это считается шиком, они никогда не говорят отчество. Итак, Вячеслав, Владислав Кундасев вручает мне вот эту дорогую вещь, это типа рюкзака, это опрыскиватель. Вот, ну, это понятная рекламная вещь под камеру, но все равно приятно. И еще много чего, я потом разберу отдельно фильм. Еще много подарков привез. Конечно, я был тронут, не без этого. Вот. Но поблагодарил его в взрослом саду, ни капли яда химикатов. Вот, не применяю. Казалось бы, зачем он нужен? А питомник, он им нужен обязательно. Питомник без опрыскивателя вырастить качественные саженцы невозможно. Но это первый, второй, редко третий год. А потом мои саженцы, невыкупленные, превращаются в деревья, и к ним больше мы не подходим. Вот. Ну, вот такая милая картинка. На переднем плане видите груша и веточка. Я потом буду рассказывать, как надо грушу отрывать, чтобы избавиться от периодического плодоношения. Потому что отрывает жестоко, вот, нарушает целостность. Так бы отпала бы и сама плодушка, плодовое образование целая, на следующий год снова бы дала одну-две груши. Ну вот так принято. Обрывать как получится. Недозрелые, ведь надо, чтобы они полежали. Отсюда один из моих этих самых небольших лекций, 50 минут, будет посвящен вот это самое сохранению непериодичности, или наоборот, как сказать, ежегодному плодоношению культур. Вот. Что вы еще видите? Слива созрела, чернослив самый первый. Вот. Ну и остальное чай, сами понимаете. Вот. Был приготовлен напитки покрепче, ну, гости вечером уехали, так и не попробовали, что покрепче. Вот. Ну, что я скажу. Настоящие профессионалы.